Всем привет! Меня зовут Евгений, я с города Бишкек, это Кыргызстан. Собрал вот такой мангал, ну, где-то кривой, где-то что-то, но я работаю в сфере продаж, поэтому никогда дела не имел ни с кирпичом, ни с цементом, ни с чем таким. И полностью по видео Михалыча, по его инструкциям, по урокам в скетчапе разработал проект и собрал. Собрал это дело за не спеша абсолютно, где-то за 3 месяца, за лето. Ну, были свои дела, когда появлялось время, я приезжал, работал. Использовал все простейшие инструменты, то есть это болгарка, миксер. В принципе, были вначале какие-то сложности, но затем рука набилась и все делалось, все пошло на лад. Вот, так что огромное спасибо, Михалыч, вам за то, что вы делитесь информацией, опытом. Ролики ваши интересные, это видеообращение, больше благодарность вам. Всем подписчикам привет, изучайте. А на что такое? Вон какой костер! Вон какой костер горит! Вот, да! Вот так. Записываю видео для канала «Пламя» с благодарностью, так сказать. Полностью сделал мангал, казан, под тандыр, вот здесь вот место. А так, в общем, полностью на канале все видео изучив, обучившись программе в скетчапе, все сделал проект, выложил все первый раз, никогда дела не имел ни с кирпичом, ни вообще ни с цементом. Ну и в общем все получилось. Спасибо, Михалыч. Ну все, всем привет.